Попытка номер 228. Я передумал. Я больше не хочу в это играть. Мне нужно. Мне надо. Мне придется это сделать. Хорошо, погнали. Давай, берем лок. Все, давай. Стрела. Стрелу возьми. Возьми, пожалуйста, стрелу. Ты стрелу можешь взять? Там стрела, блин. Спасибо. Итак. Он как будто рукой отбил стрелу. Готовься. Давай, давай, давай. Все, все, все. Собрались, собрались. Погнали. Ай. Раз на раз. Ну. Не, ну. Да зато в рук вообще у меня. Давай, раз. Два. Три. Ай-яй-яй. Хорошо. Они на крыше. Давай, давай. Круто. По кайфу. Пожалуйста. Патроны. Это плохо. Я ведь не успел убежать. Так. Давай. Сразу взял. Дал, дал, ушел. Дал, дал, ушел. Это плохо. Нет, 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 нет. Да блин. Давай. Раз. Раз. Четыре. Пять. Офигеть. Со всех сторон. Готов. Стрелу можешь взять? Обе стрелы возьми. Игры.
Готовься! Блин, по-моему, уже можно привыкнуть за это время к джойстику. Почему я не могу, блин? Ну вот что это такое? Просто какая-то неудача. Давай. Еще один. Раньше бы патроны давали, почему теперь перестали? Да где? Чем? Что у вас есть, пацаны? Лёва кино, да? Что-то не похоже. Ты, главное, не отвлекайся. И откуда? Так, до сюда мы ещё не доходили. Сколько тут этих тварей? Без понятия. Стреляй! Откуда идут-то? Это печально, знаешь почему? Потому что у меня больше нет патронов. Я потратил сюда кирпич. О, бутыль. Серьезно, он не оглушается бутылкой? Я не знал. Ну это прям дико. Этих тварей. Без понятия. Стреляй. Куда?
Ай, это свой, я думал, это свой, я думал, это свой! Он так похож просто на вот этого чувака. Я думал, это он бежит, спасается. Пипец, пацаны. Это был такой хороший катыч просто. А теперь меня убьют. Это был такой хороший катыч, пацаны, серьезно. Смотри, как он бегает, посмотри. В сторону, в сторону, в сторону. Сюда, сюда. Сюда, сюда. Все супер. Супер. Плохо. Плохо. Хорошо. Слыхал? Они на крыше. А у меня патроны нет. Я все потратил. Блин. Очень плохо. На помощь! Нет! Нет! Так, ничего нету, да? Точно нет. Патрон нет, прикол вообще, да. Дорвемся. Что-то дорвемся. Не похоже. Ты, главное, нет, не отвлекайся. Вообще ничего. Еще идут. Да сколько тут этих тварей? Без понятия. Да, блин, стреляй. Ты давай еще мешай. Да, серьезно. Пиздец. Все, можно не играть. Ничего-нибудь кину. О. Я просто промолчу. Почему она не используется? Что мне делать-то?
Хорошо. Ну да, дерись, что ты сюда ходишь. Дерись, ними. Можешь поточнее просто стрелять? Вот так вот. Вот. Блин, он что, не может с ним справиться, да? Помоги мне! Нет, второй дед. Конечно. Помоги мне, блин. Готовься! Я хочу взять бут. Ну, ты будешь... Так, ладно, с этим он этот прикол не может что-то делать. Ты меня не а, я не того ударил, да. Откуда он здесь вообще взялся? Готовься! Да. В смысле, тебя не оглушило, ты хочешь сказать? Тут тебя оглушает, тут тебя не оглушает. Определись уже, пожалуйста. Да. Я не знаю, что мне делать, потому что там чувачело. Чего? Дальше ты сам. Что здесь делаешь, Брателло? Нет! Да стреляй же ты! Я... Что ты не стреляешь-то? Какая ты просто псина. Ты просто псина. На помощь! Хорош. Возьми. Где второй? Они на крыше! Он же развалил его. Yeah.
Да, господи, иди ты на стрелу. Вот ты отвалил. Как ты увернулся, я тебе впритык стрельнул. Вот так вот он просто уворачивает. Да, короче, понятно, это не скопить патронов, это жесть. Ну только если вот в этот момент. Да. Да. Готовься. Да. Вот это уже появился. Раньше они там получили, да? Да я же развернулся, куда он побежал-то? Ты им занимаешься там полчаса, я уже 10 перестрелял. Да куда ты его от меня-то? Через него как-то. Готовься. Девочка.
Возьми стрелу. Возьми стрелу. Ты чё меня так пугаешь? Как? Нет, ну если это серьезно, если. Ага, обменялись. Как с одним молотом пройти это все? Не знаю. Видите, уже все. Это пипец. Ты меня не возьмешь. Но кидай. Пусти. И беги. Да.
Ну да. Прорвемся. Что-то не похоже. Ты, главное, не отвлекайся. Подожди, это сейчас что? Не сейчас? В смысле, как так? Я думал, сейчас он появится. Еще идут! Да сколько тут этих тварей? Без понятия. Стреляй! Да. Так, теперь. Капляк! Ну этот здоровенный! Он же умрет? Кирпич. Господи. Приди. Знаешь что? 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 Мы отбились. Да ну. Их больше нет? Ты, кажется, разочарована. Скорее не могу поверить. Проверим. У меня осталось еще 3 этих винтовочных выстрела. Кирпичи вещь, пацаны, кирпичи сила. Я смог это сделать. Я это сделал. Я это сделал. Что ты хочешь от меня еще? Что мне надо проверить? Куда мне надо? Сюда? Давай. Слушай. Всех перебили? Всех перебили. Я же говорил. Ладно. Пойдем обратно. Может, олень еще цел? Я уже не цел. Моя нервная система уже не цела, как у оленя. Возвращайте, просто верните. Надо сказать, давай. Ты неплохо стреляешь. Я охуенно стреляю. Я просто особенно кирпичами. Мы с тобой... Хорошо сработались. Не доверяй ему все равно. Я ему все равно не верю. Он нам повезло. Он сейчас... Это повезло? Он, да сейчас, короче, нет, нет. Что-то... Я не верю в удачу. Я считаю, никаких случайностей не бывает. Ну-ну. Правда? Я тебе докажу. Давай. Так вот, эта зима выдалась очень суровой. Не так давно... Я отправил своих людей в ближний город искать еду. Вернулись немногие. Они сказали, что там на них напал один психопат. И представь себе, с этим психопатом была девочка. Видишь? Случайностей не бывает. Успокойся. Ты ни при чем. Ты ребенок. Джеймс, убери пушку.
Ну нет, Дэвид. Нет, черта с два. Убери пушку. Сейчас кто-нибудь кукошит кого-нибудь. Дай ей лекарство. Остальные не одобрят. Это уже моя забота. Отойди, козел. Ты не выживешь одна. Я хочу помочь. Обойдусь. Подстава какая-то, подстава. Знал я, не надо бежать за этим оленем. Олени это вообще не к добру. Лошадка. Вот лошадка к добру. Валим отсюда. Реально, валим отсюда. Ой, и зайчик повешен. Забавно так болтается. Ну, что вы мне скажете про Джоэла? Расскажите, что с ним случилось. Идем. Так. Ну. Джоэл. Еще живой. Еды принесла немного. Зато добыла вот что. Так, руку. О. Вот так. Сейчас будет больно. Прости. Ничего. Уже все. Жестяныч. Ты поправишься. Что-то их... А, я думал, перенесли их немножко. О, черт. Выследили. Я уведу их отсюда. А потом вернусь. Джоэл, ты вообще как, Джоэл? Тише. Ну. Пошла. Может, ее здесь нет? Слышишь? Да там следы копыт по всей улице. Она тут. Я поймал ее! Идите сюда! Что застыли? Стреляйте! Но Дэвид сказал... Нахер Дэвида! Но! Давай! Скачи! Боже! Просто скачи. Я в другую сторону вообще-то. Какого лошади управлять? Ага. Я что-то не понял, я в другую сторону вообще лошадь направил. Я вот туда хочу, да вот туда. И вот сейчас вот сюда. Просто убей его. Сколько вас? Жесть. Что им от нас нужно? Сейчас выскочит. Нет, нормально. Эй, вы, ребят, вы косые. Вы знаете, вы очень косые. Не знаю, я как сюда. Теперь налево, так, еще влево. Теперь хочу вот там убежать.
Нет, я перепутал. Это печаль. Сильно. Жестко. Ауч. Ну блин. Да нет. Шутку. Черт. Так. Катилась с холма. А вот куда не вижу. Да ну, она заметили меня. Они будут бежать за мной? Что ты стопоришься-то? Чего ты останавливаешься-то? Что с тобой? Нет, кирпич лучше, пацаны. Стрела. Я тут осмотрю. Так, иди в дом. А ты умеешь убивать скрытно? А, только так. Я понял. Типа надо совсем скрытно, да? Что-то вы запаздываете со своими разговорчиками, пацан Андре. Я их не вижу, главное. А, вон есть кто-то там. Так, и куда теперь? Блин, столько всего болтать хочется, но... Ух ты ж. Что это там? Да блин, ты надоело стопориться, потому что... Что ты делаешь? Хватит, что с тобой? Ничего, а у тебя? Да схватит, ну пожалуйста. Что происходит-то? Куда идти-то надо, блин? Где она? Ну? Только не упасть в воду. Не упасть. Давай! О, черт. А почти хорошо было. Круто, комиксы.
то, что надо тебе, самое время почитать комиксы. Что-то она очень сильно глючная какая-то. Эта штука загородила дорогу. О, щит, тебе же не пролезть, блин. Ты же у нас безрукая такая. Вот так. Черт. Мне в другую сторону. Джоэл, держись. В смысле тебе в другую сторону? Сейчас они появятся, их куча тут будет. А ты еще и застреваешь, блин. Почему-то, я не понимаю, почему ты сегодня застреваешь. Что вот это вот? Это она останавливается. Я просто джойстик вперед нажимаю, она что-то стопорится. Уже появились дураки. Ну вот что ты стопоришься? Ты меня напрягаешь. Где эта дрянь? Нет. Печально. Да и чё ты встала? Ты какая-то глупая. Тебя два раза попали выстрелом и вынесли одним ударом кулака. С какого места я начал? Ну хоть здесь и на том спасибо. Покажись! Черт! Держи! Нет, я бегу. И вы сказали, если будешь бежать, они в тебя хрен впадут. Пролезь в домик. Я не хочу здесь застрять. А застревать не надо. Это никому не понравится. А где же выход? Зачем тебе выход? Ты с таким трудом пытался оттуда убежать? Так, а это что? Здесь тоже можно было залезть? Где чуваки?
есть, да, я сейчас выйду, они такие, оп, неожиданно появятся. Нифига вы. Это не то, да, что надо было? У меня кирпич, у меня не оружие. Хватит за мной бежать. Мне не выбрать даже оружие. Кнопки неудобно. Подонок. Подонок. Тихо. О тебе забочусь. Вот так. Дэвид, блин, бесит меня, Дэвид. Я говорил, ему доверять нельзя. Я с самого начала сказал, ему доверять нельзя. Теперь он всех подставит. Что происходит? Он Дэвида, ой, он Джоэла порубил. Напополам, на кусочки. Ну это Джоэл был, короче, понятно. Прощай, Джоэл. Как самочувствие? Супер. Вот. Поешь. Что это? Ты туда насрал? Ты голодная? Давно тут лежишь? Это у тебя, как спрашивает, надо она-то откуда знает, давно ли она тут лежит. Пополам с человечиной? Нет. Нет, честное слово. Это олень. Ты говорит, просто животное. По вкусу, как курица. Ты легко судишь других. Как но будто нет. Вы с другом никогда не убивали. А что нам оставалось? Ну а нам что остается? Скажи. Убиваем, чтобы выжить. Как и все. Заботимся о своих. Тут любые средства хороши. Что теперь? Разрубите меня на кусочки? Не хотелось бы. Как тебя зовут? Никита. Брешь, как дышишь. Напротив. Я с тобой откровенен. Теперь твой черед. Иначе я не смогу убедить остальных. Убедить в чем? Что ты нормальная. Храбрая, верная. Особенное.
О. Ясно. Сейчас она его решетку. А, вот так вот. Черт. Глупая девчонка. Я пытаюсь спасти тебе жизнь, а ты мешаешь. Что теперь сказать остальным? Элли. Что? Скажи им, девочка Элли сломала твой сраный палец. Как ты говоришь, а? На кусочки? Хорошо. До завтра, Элли. О, Джоэл, живой, Джоэл, красавчик, Джоэл. Элли. Нет, рана открылась, что ли. Элли. Ну, наконец-то, за мужика сыграем. О, ну, по красоте. Красавец мой, хороший. Я уж думал, что зря все эти патроны копил, хранил. Держись, братан, держись. Где же ты? Если уж ты не умер от такой раны, тебя уж ничего не должно взять. Вон ты еще и бегаешь. Ух. Это типа что? Разные варианты? Ну или отсюда выходила. Элли! Еще громче. Куда она убежала? Ее схватили. А перепрыгивать вообще уже челу. Я примерно помню, куда надо. Я так полагаю. Фига у меня патрон. Откуда у меня так много всего? Фига себе. Жесткий. За раненого чувака. Уже попали. Только вышли, уже все. А где мой лук, пацаны? Ugh!
там третий откуда-то взялся. Я про третьего вообще не ожидал. Да господи, ты быстрее ползти можешь. Бесполезно. Кто пристрелит? О, на топор еще есть. Где она? Беги! Давай. Ладно, давай. Да пипец, мне даже не добежать, они уже меня убивают. Я понял, сюда лучше вообще не ходить в эту сторону. Нереально. Где она? Не туда кинул. Как тяжко-то, блин. Мне вообще куда? Мне надо их всех переубивать, что ли, снова? Вот вечно так. Беги! Ну, гад! Ну? Холодно, да. Холодно и больно, братан. Так и живем. Эти куда-то свалили все. Нет.
Да. Да господи, я на секундочку вышел, я хотел его убить. Это жесть какая-то просто. Ты его топором, он чё кулаками? Топором, ебанский, блядь, ебаный нахуй, блядь, со своим топором, блядь, ебанский, блядь. Да убей ты уже. Эта игра никогда не закончится, да? Красиво. Диана! Красиво. Да. Просто меткость уровень, а не. Да как ты так заебал, блядь? Как вы заебали, блядь? Просто хочу вас всех разъебать, нахуй, навсегда, блядь, чтобы вы просто сдохли все.
Блять, ты просто Джоэл, ты такой еблан. Просто ебанавт. Просто пиздецкий ебанавт. Блять, можешь еще дольше это все делать, да? Прям вообще, блядь. Миллион, блядь, блядь, тебя нахуй уже и перестрелять успели. Что там лазит? Так. Держи его! Нет. Беги. Держи его. Где она? Сломал стрелу. Теперь у меня одна стрела. Я не ту кнопку нажимаю. Я нажал кнопку присесть, а не убить. Серьезно. Они еще там троем сидели. Просто гг. Стрелу отдай. Что сейчас за откатка вообще получилась? Ужас. Ужас. Пацаны, это ужас. Так, чё я хотел? Да.
И где они? Попался, гад! Кончай его! Держи его! Сука! Пойдешь со мной. Фух. Пусти ее! Я урою! Что тебе нужно? Хорош. Отдохни. Так. Так. О. Девочка. Она жива? Девочка. Какая еще девочка? Сука! Смотри сюда, сюда. Я тебе сейчас колено вышибу. Девочка. Она жива. Дэвиду приглянулась. Где она? В городе. В городе. Поставь метку на карте. И не дай бог твой дружок отметит другое место. Метку. Она там. Можешь проверить. Спроси его. Давай. Он скажет. Я не вру. Не вру. Ты охренел? Он все тебе сказал. Я буду молчать. Ну, молчи. Я ему верю. Стой! Ох, жестко. Доброе утро. Вставай. Пусти! Ну, хватит! Прекрати. И на мяско ее. Я говорил... Я заражена! Заражена! Да ну! И ты тоже. Не веришь? Задери рукав. Ну, смотри. Ну, ладно. Как говоришь, случайностей не бывает. Что это такое? Разводка. Она бы уже превратилась. Не похоже на разводку. Ну все. Черт. Что за фигня тут творится? Что происходит? Элли, ну куда же ты? Мне нужна пушка. И чё? Это мой город. Зараженная. Что? Девчонка сбежала, она заражена. Дэвид, это плохо. Так, собери всех, кто безоружен. Дэвиду, ты капец. Найдем девчонку. Как веду детей? И убьем ее. Твою мать. Прощали. Эта малявка убила наших, да еще и заражена. Пора разгрести это дерьмо. Устроим собрание. Проголосуем. Ну где ты, соплячка?
А кто меня увидел? Ты за все заплатишь. Откуда на этот раз? О, черт. Да, меткий я, меткий. Меня бесит то, что вот что это такое, почему она стопорится постоянно. Что это? Это у меня джойстик глючит или это? Он явно перегнул палку, которая медит. Черт. Черт. Кто? Кто? Как? Да пиздец. Сколько их тут? Сколько? 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 Как? Кто? Никто меня не видел. Я не понимаю этого. Это бред. Полный бред. Особенно, когда здесь никого нету. Какая-то совсем хватит, пожалуйста, стопориться, хватит. Ладно. Еще мне сюда и на. Что с тобой, ёб твою мать-то, а? И не повсюду. Ну и кто? Так, куда идти-то? Господи. Тут просто лабиринт. Реально. А я вообще не его, куда мне идти. Куда глаза глядят, иду и все. А если я сейчас умру, это же вообще ад. Это сколько мне сейчас заново придется начинать? Нет. Опасно было. Куда идти? Реально.
Я вообще не понимаю, что происходит. Она еще и грузит, когда на кротонах идет. То ли специально так задумано. Кто? Да кто? Спасите, помогите. Топ-топ-топ-топ. Это я в нужном направлении или это тупик? По-моему, это нужное направление, да? Это же можно таскать. Кажется, это тупик. Твою мать! Как отсюда выбраться? Забавные совпадения на самом деле. Уходи. Ты там хочешь залезть? Серьезно? Зачем? Блять, я, кажется, понял зачем. Ищем дальше. Я поищу здесь. Посмотри там. Влезай, трос. Ты вообще в тупик залез, что ли? Да это жестко. Холод собачий. Это будет сложнее, чем я думал. Господи, как я еще не попался? Здесь можно залезть? Скажи, что эта дверь открывается. Конечно, нет. Я, блядь, в начало вернулся. Что мне надо-то? Что вы от меня хотите? Я не понимаю. Я обошел все по периметру и не летел куда-то. Вообще совсем в другую сторону идти, что ли? Ой, спасите меня, я влюбился в нее. Ю-ю-ю. Да не забраться. Здесь что?
Тупик. Так, здесь я уже был. Я отсюда начал. Что за мем? Не, они закрыли проход, значит, мне надо было туда. Но я не понимаю. Может, мне надо всех убить? Но я уже никого не встречаю здесь даже. Может, надо было куда-то сюда. Что скажешь? Нет, здесь все закрыто. Хорошо. Куда? И где все? Почему здесь больше никого нет? Не все ушли? Хорошо, это единственный путь, куда можно пойти. Значит, сюда по-любому надо идти. Здесь что? Это все, короче, лабиринты для этой. Все проходы для Элли. Вот, типа, вот сюда. Ну, типа, надо было за ними идти. А я что делал? Опа, на. Окей. Ты же где стучит? Как будто где-то здесь стучит. Может, надо подняться куда-нибудь? В гараж. За мост. За забор. Ладно, показалось, как будто здесь кружочек. Возьми, кстати, на всякий случай. Так, ну чувака я убил здесь, окей. Кого еще надо убивать? И надо ли вообще? Thank you.
Не знаю зачем, но пусть. Сейчас включу. Я слишком много проделал всего, чтобы умирать сейчас. Короче, нам по-любому туда. Я могу вот так, вау. Дай патроны. Пёс. Поймайте ее. Иду туда. Где кто? Так, я тебя понял. Холодно, да? Окей, значит, надо где-то здесь искать выход. Так. Ну, погнали. Сначала направо сходим. Посмотрим, что тут у нас. Я всех переубивал или еще надо кого-нибудь убивать? Я туда ходил вообще. Подожди, давай еще раз налево. Я иногда не понимаю. Это...
враги наши, или... Или это снег, так... Так, окей. Дверью сюда не пройти. Так, та дверь тоже вроде закрыта, как я помню. Ну да. Так, здесь забор. Сюда наверх не подняться. Сюда наверх. Сюда мы тоже, по-моему, ходили. Да, и здесь тоже закрыто все. Здесь были два чувака, они ходили туда-сюда, но сейчас... Эй, кажется, мне сюда и надо было изначально. Просто есть какой-то вход. Поднять, может, надо эту. Нет. Ну, нам точно сюда. Больше мест нет никаких. Может, нам туда вот подняться надо как-то просто. Серьезно. Да вы серьезно. Я столько обошел, ради чего? Чтобы узнать, что мне вот сюда. Блядь. И вот интересно, если я умру. Ну, не то чтобы мне интересно. Я просто боюсь, если я умру, я откуда начну? И где я? Где кто-нибудь? Почему никого нет? Где все? Такое огромное пространство и никого? Я не верю.